have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, мы с вами опять в Баратравме вернулись сюда, но вернулся я сюда не один, с нами проводник, скажем так, человек, который в этой игре понимает в разы больше, чем я, это Зузимен, знакомьтесь, стоит передо мной, это будет капитан нашего корабля. Да. Я буду сегодня в роли скромного помощника, потому что мне интересно посмотреть, что тут творится, но сам я, скорее всего, не выживу. Поэтому давай так, рассказывай, что мы сейчас делаем. Смотри, сейчас пойдем брать миссию, чтобы получить деньги и как-то продвинуть свою репутацию здешних фрактов. Все меркантильно, все ради денег. Поехали. Я тебе где нужен для этого? Или зачем? Или чем? Чем мы делаем? Давай. Так, мне за тобой идти? Ориентируемся на глаз. Карты здания нет, так что... Что ищем? Вот и первый наш человек. Все-таки где-то частично я был прав насчет того, что нет карты, насчет того, что открыта миссия, доставка химикатов. Химикат, это простая миссия. Так. Поехали на химичем. Так вот, чем-то это немножечко все похоже на Фейренхангер, потому что нет карты, все жестко, все очень трушно, и, короче, вот малейшая ошибка тебя схавают. Где-то даже в прямом смысле. Что ты там покупаешь? Расскажи нам. Я покупаю стержни урановые, чтобы у нас не кончилось топливо. И вообще ими нужно запасаться, но, похоже, их сейчас в продаже нет. Я понял. Да, скажи мне, пожалуйста, почему у пояса инструментов вот эта оранжевая полоска внизу, это его загруженность или это его износ? Да. Это его загруженность. Все, понял, хорошо. Потому что вроде как не расходник, поэтому... Так, ну пойдем возьмем еще одну миссию. Что ты можешь нам предложить? Так, перевозка ВИПа. Нужно ли нам это? Так, карта. Сейчас подходим к карте. Значит, есть. Доставка химикатов, перевозка ВИП-персоны. Добыча артефакта. Добыча артефакта — это страшно, это сложно, это не надо. Я понял. Я просто читаю то, что мне внизу вылазит. Доставка медицинских материалов. Я же, например, то, что я стрелочку нажимаю, это закрыть, это не согласится. Так. Ну, смотри. Доставка... Ну, самое безопасное... Самое безопасное, что мы можем, это доставка химикатов. Перевозку ВИП-персоны я не брал бы. Понял, да, хорошо. Ну, поехали, выполним хотя бы что-то. То есть я буду считать успехом, если мы сегодня хоть что-то выполним и не подохнем. Я, в принципе, на тебя рассчитываю, поэтому... Ну, да, давай начнем. Поехали. Мне-то ничего не надо подтверждать, да? Да, да. Сейчас загрузимся. Супер, поехали. Значит, Волстон, коалиция Европы. Нам на коалицию Европы, да? Это фракции. Фракция, я понял. Почему они к нам хорошо относятся? Ладно, потом. Ну, типа, они безразличны, но при этом у них чуть-чуть в сторону нас подвинуто. Хорошо, немножечко расскажешь по фракциям, что и где происходит? Ну, думаю, это не самая важная часть, которую тебе сейчас надо сказать, но фракции. А фракции нужны для того, чтобы получать больше заполнения тех или иных миссий. Например, если ты возьмешь миссию какой-нибудь типа перевозки медикаментов, это скорее всего будет коалиция Европы. Или как? Ну вот. И это у нее получится репутация, ты будешь в следующий раз получать больше денег. И также репутация нужна для того, чтобы проплывать через закрытые посты, чтобы спастись от радиации. Ясно. Так, да, кстати, насчет радиации, я вот только сегодня буквально несколько минут узнал, что мы, оказывается, нифига не на Земле. Такой мелочи я не знал, теперь я знаю. И откуда радиация, и почему тут столько бесконечных морей, почему тут какие-то твари. Кстати, насчет тварей все равно это немножко не объясняет, почему тут есть жизнь, раз мы находимся на спутнике. Это на самом деле это открывается в конце игры, там. Это надо компанию туда пройти. Да, тебе спойлерить, нет? Не-не-не-не, спасибо.
Так, реактор. Он у меня подсвечивается, но я посмотрел на него, он вроде как на норме работает, на зеленом. Да. Ну вообще за реактор лучше поставить человека, и давай это будешь не ты. Давай, да. Я вполне. У нас есть второй инженер в команде, вот, отлично, пусть. Я его назначу. Хорошо, да? Зачем он будет следить и что он будет делать? Он будет вырабатывать больше энергии. Нет, не знаю, больше или не больше, чем если на автоматический режим поставить. Но он будет загружать стержни. Mm-hmm. То есть это нужно время от времени делать инженеру то, что я должен был бы делать, но я этого пока не умею. Хорошо, я понял. У нас, да, получается, да, остается в команде врач и мы. Врач, ну, он лечит. Логично. Ну, я думаю, это все понятно. Берет доступные медикаменты и лечит. Так, ну, а инженер ты берешь отвертку и чинишь коробки. Если у меня появляются значки, где что я могу починить, я понимаю, да? То есть, если сейчас нету активных значков, значит, все работает по плану? Нет. Как я мог подумать, что будет так просто? Хорошо, блин, мне бы позапоминать, что где что делает. Так, это фабрикатор. Фабрикатор у нас... Ага. Где мы сейчас вообще находимся? Мы сейчас находимся со станцией. Нет, я понимаю, мы же на нашем корабле сейчас, на какой палубе... А, я не могу это открыть без... А, кнопкой только открывается. Это шлюз какой-то? А, это внешний корпус уже. Слушай, не пожалуйста, не... Я понял, да, я в курсе. Это можно открыть только если у тебя скафандр, ты герметизируешь, выравниваешь давление, только тогда. Да, а то нет. Якобы я нубчик, но не настолько. Опять же, наличие скафандров возле этой двери немножко подсказывает. Да. Что? Так, ты подлодку изучил? А, ну ты еще вроде на самом верху не был, да? Не был. А внизу что-то есть? Да. Или это был нижний уровень? Есть. Ну, хорошо. Ну, это... Ну, вот тут генератор кислорода, ящик. А, что за пустые кислорода? Ячейки в нем? Что туда ложить? Баллоны кислорода. Которых у нас... Которых уже нет кислорода. А, то есть, если ты израсходовал, например, в скафандре или что-то такое, ты можешь прийти сюда и заполнить. Все, понял. Да. Логично. А что за красные ящички с черепом? Вот тут сверху, снизу. Доставка химикатов. Вот они. А, это... Они прям вот так валяются? У нас нет какого-то нормального грузового отсека? Да. Можно, пожалуйста, добавку к зарплате? Я не согласен так работать. На самом деле, в большинстве подлодок так. Ой, тут... А ты знаешь, что часто подлодки доставляют химикаты? Ну, в этой игре, да. А, ну тогда ладно. Зарядник глубинных бомб. Минуточку, что у нас по вооружению и против кого мы вообще воюем? Потому что... Что вообще происходит? Вооружение. Вот в этой комнате никакие перископы и кнопочки желательно не трогать. И тем более не взаимодействовать с какими-нибудь ядерными... бомбами, это нехорошо. А, вот это последние, которые? Да, вот это вот вообще не надо трогать. А второе это что? Вторая это приманка. Глубинное взаимодействовать, глубинное. Все, понял, хорошо. Против кого нам они нужны будут, если вдруг нужны? Глубинные бомбы нам нужны не будут, потому что. Понял, хорошо. Потому что гладиолус. Наверх, да, мы не лезем, да? Да, наверху стыковочный. Все, ну, тут, понял. Тут. И самый низ. Ну тут у нас, соответственно, оружейный отсек. Вот тут зарядники все. Оружейный отсек, каким оружием мы располагаем? Можешь посмотреть перископ. Первый перископ. Лазер. Посмотри. Воу. А это прям дает вид снаружи. Вот как получить вид снаружи, я понял. Это рельсотрон. Рельсотрон. Я понял. Третий. Тоже рельсотрон. Но он находится на другой позиции? Угу. Да. А это задняя турель. И четвертая. Почему мы клоун? Это да. Какие стратегические цели преследует это обозначение? Это самая обычная пушка.
Обычно стреляет чем? Чем-то огнестрелом, торпедами, что это? Это огнестрел, обычный пуля. Я понял. Хорошо. Патроны и боеприпасы к ним. Это нужно как-то закупать, как-то экономить, как-то что-то, что происходит. Можно создавать, а еще нужно скорость зарядки поднять на максимум, потому что у нас пушки не заряжались. Я это только что От чего сделала. зависит скорость зарядки? Там же умение какое-то надо, наверное. Нет, стоять. Почини вот эти коробочки снизу, суперконденсаторы. Почини, пожалуйста. Отвертка. Хорошо, хорошо, я понял, сейчас, секунду. Я просто тут этот нечаянно не то сделал. Так, погоди. Ну, отвертка у меня в руке. Но Ну вот, у меня нажимай. не нажимается починить. Ремонт нет кнопки? Ня. А, стоп. А у меня оно немножко дымилось. Ладно. Ну, то есть, исходя из обучения, там должно появляться. А так я ничего не могу сделать. Да, ну все, и не надо. Окей. Так, ну что, все? Вроде да. Минуточку, Ну, да. зарядник рельсотрона, зарядник. А, это создание боеприпасов. Нет, это не создание боеприпасов. Это... Просто боевой комплект? Это наши боеприпасы, это стойка. Ага. Пакет. Так, Ты представляешь, получается, что подряд? стойка для рельсотрона 3 штуки. 3 штуки чего? 3 выстрела? 3, Три. 6, нет, тоже 3. Погоди, а какие-то из них с зеленым обозначением внизу, а какие-то типа пустые. Да, они пустые. Дело в том, что верхние картечные снаряды, там, как тебе объяснить, Словами можно. только желтая часть отделяется. Понял, понял. То есть это как что? Как? Короче, если это заполнено, значит желтая часть на месте. Ну и внешне это можно заметить. Моя твоя понимать. Хорошо, теперь как определить, куда и как мы плывем? То есть ты для за... этого. Кстати, вот как посмотреть на всю подлодку. А, ну я думаю, ты видел, да, ты видел. Вот. Нет, вот этого я не видел. Ну, то есть я это ви... Ну, Погоди. ты видел это на большом Да, мониторе. я это видел на большом мониторе. Это наш балласт, я понял. Доступ к шлюзу. Почему он синий? К шлюзу значит, что... Так, доступ к шлюзу синий. Я понимаю, почему вся наша территория зеленая, кроме балласта, соответственно, но доступ к шлюзу синий. Я понимаю, что еще шлюз синий, тоже можно понять. Ну, всю лодку создавал не я, но могу предположить, что создатель задумывал, что там может оказаться вода. То есть это теоретические места, куда может поп... Все, я понял. Где у нас находятся насосы? Идем. В самом низу. Как раз нижний этаж, куда мы еще не ходили. Да, и в нижнем этаже, как ни странно, у нас находятся медикаменты. Это балластное отделение. Как здесь на... я понял. Ты потом этими мокрыми бинтами будешь примочки делать, да? Ага. Так, медикаменты здесь. А сюда попадать, прикинь, если, ну, то есть, балласт, ну, нужно будет резко идти вниз, балласт заполнится, и весь отсек заполнится сюда, потом только в скафандре попадать. Погоди, а маска? Где маску взять? Сюда Маска. ж, сюда ж можно без скафандра зайти, просто с маской водяной. Ну да. Ну да. Ай, вылези. А тут у нас что лежит? А, вот. Я бы предпочел, чтобы у меня с собой была маска на всякий случай. А, ну да, конечно, сейчас. Так, маска. Где ты? Вот маски. В шкафчике в этом? Ага, вижу, да. Я возьму себе одну на всякий случай, пусть валяется. Да, я Так, тоже. хорошо. По твоему мнению, что в прошлый раз случилось с моей лодкой в прошлый раз? В прошлый раз тебя убил один мелкий полдень. Как у него это получилось? Я понимаю, я врезался спереди, там была течь. Как сбоку появились течи? Это все он. Он мелкий, но если его не убить, то он пробьет абсолютно. Чем он стреляет?
Кстати, вот смотри, видишь, какие-то пятна появились на штуках, это значит, что их нужно починить на кабельных коробках. Блин, сейчас. Да, есть ремонт. Шансы, шансы. Шансы чего? Шансы при твоем навыке, что тебя ударит током. Смотри, у каждый член экипажа может взять отвертку и начать ремонтировать коробку, но Фиг не ли, если каждого я не ударит инженер, током. почему я не хожу в перчатках? Вот так. Игра, Вопрос я только, понимаю у реализм, но... каждого шанс меньше, инженер. Хорошо, о, сверху там что-то появилось у меня. То ли нужда в моем присутствии появилась, то ли что-то такое. Шестеренка сверху. Это медик, видишь, чат? Смотри, у тебя чат открыт? Да, пункт управления, кто-нибудь Справа срочно от займитесь чата, ремонтом техники. вот справа от чата можно сообщить о проблеме, в каком отсеке ты находишься. Я То, что, понимаю, но так я например. же говорю, что раз это появилось здесь, значит мне нужно идти сюда и желательно это починить. Да, я понял. Да, но только там само не появляется, это кто-то должен отметить. А, сейчас появилось. Интересно. Может, Ладно. ну не знаю, у меня значок загорелся сам. А у меня не А загорается. почему оно все ломается? Почему оно свечи ломаются просто так? С нами же ничего не случается. У нас перенапряжение. Мы энергию никуда не тратим. Давай поприседаем, разомнемся, потратим энергию. Но Это не так делается. это не так делается. Так, ну давай. Давай поплывем мы уже. Так, Так, я думал, кстати. что мы все это время двигаемся к цели. Ладно, хорошо. Смотри, тоже заходи в управление. В это хоро... Зайди. Смотри, я помню, ты спросил, зачем тогда нужен пассивный сонар. Кстати, да. Пассивный сонар только принимает звуки, а активный отправляет звуки, они Понял, отражают, и он их принимает. понял, понял. Это сказалось мое невежество, потому что я не особо разбираюсь в этой теме, поэтому да. Вот. Все, понял. Также при активном сонаре, поскольку мы отправляем звук, нас слышат всякие маленькие ползуны. Понял. Но без него плавать это как-то, ну, не круто. Согласен, я вчера это ощутил. Так, вот эту вот стрелочку, то, что ты сейчас задаешь, это ты сам задаешь, или мы как-то договорились с автопилотом, чтобы он нас вел? Я, конечно, могу договориться с автопилотом, но это будет медленнее, и автопилот может тупить. Да. То есть ты просто сейчас зажимаешь стрелку, и лодка плывет в том направлении, куда ты зажимаешь стрелку, да? Смотри, вот тебе кажется, что все хорошо, но на самом деле я Нет. уже вижу твою ползуну. Я тоже их вижу. Не круто. Сядь, пожалуйста, за турель лазерную. Вторая, если я не ошибаюсь. Понимаю. Они там уже что-то пилят, погоди. А я не могу, у меня пушка не поворачивается так. А вот сейчас. Да фиг попадешь. Да, они дверь прогрызли. Так, погоди, я выхожу из турели. Я Так, пошел. ты же физак не взял? Не взял. Блин. А где он? На какой палубе? Там снизу, справа, в Мы ящике. все, мы утонули, если что. Чуваки, вон уже в скафандрах по полной. То есть они уже поняли, к чему это идет. Да, я тоже думаю, будем. Давление. Ой. Ой. Блин. Так, хорошо, куда мне? Тебе. Или мне уже не поможет? Ну, чини пробоины, я пробую их отстрелять. Я понимаю, а где мне, собственно, резак-то взять, черт? А, Да. может он у меня на поясе? Нет, на поясе у меня его нет, у меня... Ящики лежал на палубе, где Да, выход к тому. вижу, взял сварочный аппарат. Хорошо, как мне узнать, где пробоины? Понимаешь, налево чинить. Чего-чего? Ой. Он тут? Под нам убит. Так. Ну я их с пистолета убил. Ползу. Смотри, какая няшка.
Я сейчас попробую заварить. Ты его съел, да? Остановить, там ползун. Ты я знаю. Ну, ты знаешь, но мне его убить надо. А, да. Я понял. А, так, ключ надо поставить. Черт. Опа, здорово. Че это было? А, это ты стреляешь? Двоих убил. Молодец. Где еще так, заваривать? Все, так, давай, завариваем, и все, мы всех убили. Так, погоди. Снизу сейчас подварим. Давайте, надо починить вот. А, есть питание, погоди, а что тогда? Ладно. Подвариваю снизу, погоди. Сейчас сделаем, надеюсь. Кстати, дверь не сваривай. Дверь не свариваю, я дно завариваю нам, чтобы хотя бы снизу не подливало. А, не надо. Что не надо? Не надо дно заваривать? Да, но нет, вот дно нужно заваривать, не нужно дверь заваривать. Дверь нет, я говорю дно, у нас все дно дырявое. Да, послушай. Ничего, ничего, норм. Так. Что-то корабль вообще, по-моему, сделан из говна и палок. Но я так понимаю, не прям вот этот, а в принципе. Да, в принципе. Хотя здесь есть прокачка корпуса, ты, кстати, пропустил. Блин, а насос надо чинить или его надо... Как его включить, чтобы он начал откачивать хоть что-то? Автоматически откачивает, кстати. Понял. Так, все, вода откачивает. Так, ремонт. Ух ты, иди наверху ремонте, наверху поважнее. Вот реактор, например. Мне не нравится, что у нас реактор. Мне, а это... где наши люди? У нас еще кто-то живой остался? Медик, ты как умер? Скажи честно. Он в кислородной маске, он был рядом со скафандрами. Скажи честно, как ты умер? Ну, я не знаю, как он умер, но он это сделал. Я заберу его приборы. А чувак сбежал, как только начал чинить реактор, если что. Ну, хорошо, да. Чё? Он должен. Я сниму, наверное, А как его снять? А, я понял. Положу пока так. Что здесь. Кстати, на место же. Так, реактор починю. Сейчас я еще вот эту штуку починю. О, наверху все зарядники накрылись. Сейчас, сейчас. Иду, бегу, лечу. Мне интересно другое. Как мы, будучи затопленными на 100%, не потонули? Мы на дне. Это не бездна. А кстати, куда эту тушу теперь девать? Ну что, и мы обедать будем? Я не знаю, но я ее взял. Могу выкинуть. Ну давай выкинем. А как? Куда? Во что? Тут есть какая-то переработка? Что куда? Сейчас надену водолазный скафандр и запотолку. Ну, ой, просто я не знаю, какие будут последствия, будет ли оно гнить или нет. Не будет, а я ее вытащу за подлодку. Да хорош! Ты бьешься, потому что это механические, а не электрические приборы. И чё? Я же нужным инструментом. У тебя низкий навык по механике. Ты инженер, ты за электричество. Даже несмотря на то, что ты держишь нужный инструмент, шансы того, что тебя ударит, большие. Из-за того, что у тебя нет навыка. А, ну то есть это в принципе нереально, да? Нет, это реально, но с маленьким шансом. Мне стоит продолжать жрать кактус или его нафиг? Не надо. Я понял, хорошо. Это не настолько важный прибор, чтобы так, умереть. Так, все, вали. А где мои жизни, кстати? А, вон, вижу. Жизнь? Все, вижу, вижу. Ой, с жизнями есть куда сложнее, особенно с лечением. Особенно теперь, когда мы остались без медика. Дно проломили. Кого? Дно проломили, мы на дно идем. Ты же сказал, что мы уже на дне. Я не знаю, мы были на дне, сейчас куда-то еще идем. И тут снизу постучали. Короче, мы пробили дно. Давай мы также пробьем тренды вместе с дном, да? Дайте, пожалуйста.
Так, я тут пока что потихонечку фиксирую. Если куда-то меня нужно дернуть, ты говори, а то я это. Так, все, поплыли. Давай. Рули. И это три вот этих утырка сделали, да? Да. И они маленькие. Да. А есть и большие. Да. Вот. И тут если зайти в редактор, тут можно. Ну, этот. Встретить очень интересных существ. Вот я сейчас встретил очень интересных существ. Ага. Я, пожалуй, на пассивный сонар перейду. Не хочу больше встречаться с этими интересными существами. Ты как зомби дернулся вперед. Я починю тебя. Мозги. Так, ладно. Все вроде. Ну, вон те вещи, которые я не могу починить, а так все нормально. Да. Прикинь, не знаю, вот какие-нибудь вот просто пачку радиоактивных отходов им запихать в рот, чтобы. Где ты пистолет взял? А! Сейчас дам оружие. Не спрашивай меня, почему я тебе не дал его раньше. Я даже не собирался. Мне вот почему-то приходит в голову из Армагеддона фраза: зачем тебе пистолет в космосе? Типа то же самое, это на подводной лодке, зачем тебе пистолет? Это одно, на подводной лодке, когда к тебе пробираются полдуны, это другое. По всем правилам, блин, теоретическим и физическим, если на подводную лодку кто-то пробирается, то эта подводная лодка лежит уже с мертвым экипажем. Ну, мы же отбились. Все, иди сюда, я тебя пробовик там. Ты сверху, снизу, где ты вообще? Тут это. Я танцем, а, я понял. Ага. Кстати, его можно починить. Дробаш. А вижу. Да, да куда ж ты, блин? А в руки нельзя по-человечески дать? О, взял. Отлично. Патроны лежат. Мелкие, красные. Понял, вижу. Сейчас ключом постучу по этому экрану. 60 ничего. Ух ты! И где я могу чекнуть свои навыки? Да, блин, черт, знаешь, в чем проблема? Ладно, нельзя отдалить, нельзя приблизить. Да? Он у меня примагничивается к... Вот, взял патроны. Да! А смотри, чтобы посмотреть навыки, тап, персонаж. А, команда, миссия, репутация, персонаж. Электрик. А я могу что-то открыть? Да. Очков таланта, баланс. А, я понял, как это работает. Ух ты, смотри. Нет, лучше не смотри, да, я посмотрю. Да, блин. Ой, какие. Нехорошие. Я не могу. Не ложи тут патроны больше, пожалуйста. Так, подожди, где они? Я их не вижу. Сверху! Не смотрю. Откуда? Все уже, мы опять булькаем. Как так-то? Ё-моё. Сейчас сделаю так, чтобы мы не... А, нет, я не делаю, чтобы мы не булькали. Нет, это, уходи, там плохо. Маску! Ё-моё. Вот какое невезение. Вот всегда играю на этой лодке, вообще мне больше всех нравится. Все хорошо. Сейчас какое-то невезение. Нам нужно было взять какое-нибудь двухпалубное корыце маленькое, которое было бы легче контролировать. Залезь, пожалуйста. А то сейчас... Да залезь ты, блин, зараза. Сейчас начнет затапливать, разорвет давлением. Будешь на обед грязевого рабстера? Рабстер? Рабстера грязевого. Неплохо, давай. Из чего ты его зажарил? Да, вся резаком его пожарил. Так, сверху можно открыть? Нет, у меня еще не заварено. Я понял, давай. Резаком его. Так. Все, вроде все, раптор средний. Нет, знаешь, с управлением немножечко беда. А что ж опять льется-то? Да это я открыл водичку. Я понимаю. Вот эти патроны, валяющиеся на полу, я не могу на них навестись по-человечески. Так,
Да. Сейчас в шкаф положу. Все, все, норм. Ну я типа, а как перезарядить? А, перезарядить? Смотри. А, я понял, просто кидаешь в него патрончик, он заряжает нормально. Так, ладно. И маску тоже снимаю. Блин. Маску тоже снимаю, дурачина. Что-то булькает. Откуда этот булькающий звук? А, у нас гейнер сдох, погоди. Дно пробито. Опять? Подлатай дно. Сейчас, я тут. Воды не будет, мы вверх туда. Хорошо. Способ должен быть хорошо. Да, ну вроде все не знаю, вроде нормально дно, если что. Да, все, ты задел. Через... В общем, где-то можно видеть весь корабль в этой менюшке. Можно навестись на отсек, и если там есть пробоина, там будет написано. Пробоина? Вон там наверху, типа, я понял. Да, там состояние воздуха, пробоина, это я видел. Интересно. Это нужно туда бежать. Так, мы приплыли. Ну как? Осталось пристыковаться. Меня опять карат. Нула, нет! Почему? Да ё. А, если насос коротнул, то он на время перестает качать. Ладно, это логично. Что за звуки? Звуки того, как я пытаюсь пристыковаться. Это все тоже вручную, да? Да. Да. Как у меня... Есть! Вот. У меня получилось! Ой, опа, 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 вроде идеально. И... Давай. Ура! Не дал дочинить, но зато дал приехать. Хорошо. Значит, коалиция у нас дружелюбная вдруг. Хорошо. Прям неплохо. Погибает под тяжестью чего там? Троеточие такое? Воды. То есть он утонул? Нет, давление. А, понял. Тяжесть воды. Давление. Ну да, да, логично, согласен. Хорошо. Что мы дальше делаем? Смотрим на мысы. Тут нет зума, я бы посмотрел. Ладно. Ну, знаю, они есть. Логично. Так же, как моя борода. Несмотря на то, что лицо выглядит так, как будто он не мылся уже не знаю во сколько, хотя купался буквально только в лодке. Да уж. Что тут? Разбор обломков. Знаешь, такие вот хаски. Кого? Порода собак такая есть, хаск. Хаски, да, знаю, что. Ну так вот, здесь в разборе обломков такие на нас будут нападать. Хаски? Называются хаски, но не миленькие собачки. Я знаю, глаза у них еще часто разные бывают, зеленые и синим. Да. Что нам надо? Нам надо мобилен. Нам бы еще кого-то нанять, если вариант, не? Нанять? Кстати, да. Сейчас посмотрю урановый стержень. А, хотя нам нужны урановые стержни и водолазные скафандры покрепче. Пожалуй, насчет скафандров я соглашусь. Пассажирские перевозки. Ой, классно. Люди поедут четвертым классом. Насчет того, что это классно, я... Нет, почему? Это будет кого скормить чудовищем, если они проникнут на корабль. И правда. Никто тут благотворительностью не занимается. Кстати, да, я теперь понял, в чем проблема с жизнями. Они вообще не регенятся. И, ну, то есть обычно в играх есть такая штука, как восстановление после задания, но это не про эту игру, я уже понял. Тут, в принципе. Так, сейчас вопрос, как туда добраться. Ай, бомбочки через нет, но я не уверен. Докуда? Не понятно. А, да, вот тут. Да. Тут. То есть получается, ты просто когда путешествуешь, ты вот эти станции нужно их потихонечку заучивать, как они выглядят. Или где, или что? Не знаю, я ориентируюсь. Интуиция. У вас развилось недомогание. Для лечения откройте врачебное меню, нажав H. Недомогание? Это кость такая сломанная нарисована? Нет, недомогание. Иди-ка. Сейчас. Так, хорошо. У меня тут показывает... Что со мной не так? А как? Тобой? Тебе можно фентанил... Рваная рана на ногах, на руках. Нет, на ногах у тебя травма от удара тупым предметом. Это не лечит. Точно. Рваная рана на руках.
на руках тебе нужен фентанил. Почему фентанил? Потому что его больше, чем остальных лекарств. А как мне его применить? А, он у нас на корабле, я понял, он не здесь. Да. Просто он мне внизу да. высвечивается, я думал, что его можно отсюда и применить. Ага, фиг. Смотри, как думаешь? Смотри, мы можем нанять инженера, который будет ходить чинить, но зачем? У нас есть... Да, я не спорю. Да. Можно нанять барда. Барда? Ну, с мозгами здесь можно нанять клоуна. Ну, как бы, учитывая символику нашего корабля. Да, смотри, значит, можем нанять офицера службы безопасности, за пушками будет стоять, ну, за одной. О, кстати, а это тем, потому что мы обычно не успеваем. К тому времени, как мы начинаем стрелять, нас уже прогрызают с трех сторон. Ну да, можно, давай его купим. В реакторе закончилось топливо, подлодка потеряла мощность. Замените топливо на стержне, но я так понимаю, ты это уже знаешь. Да. Так, и все, кажется, деньги у нас кончились. Вернуть наверх. Так, всё, новый член экипажа, только нанятый. А когда он у нас отобразится? Когда мы начнем миссию. Я понял, хорошо. Так, все, мы все миссии взяли. Ну тогда запускаемся. Не, подожди. Очень важная вещь. Это пойти улучшить подлодку. Ага, да, тут можно. Что входит в улучшение? Ой, блин, я... Улучшение входит укрепление корпуса. Чтобы она не была такой бумажной? Да, чтобы она из бумажной превратилась в картонную. Ага, и сколько степеней? 10. Оно прям работает или так, номинально? Оно в основном работает для того, чтобы тебя на большой глубине давления не спустило. Хорошо, я тебя понял. Пересмотреть своей команде, миссии репутации, это я уже понял, да. Я сейчас пока что немножечко подзабиваю на эти подсказки, потому что объяснение от живого человека, оно немножечко поприятнее, получше, но если что, потом немножко и почитаю. Смотри. Ага. Ну, в общем, здесь можно улучшать все, вот можешь полистать и увидеть, что здесь можно абсолютно все улучшать. У этого перца? У этого корабля. У этой подлодки. Так, погоди, на что я должен нажать? Исследовательский терминал или где? Или... Ты где? Ты я вот с тобой. А, так вот, на... Вот подойди к этому чеку, нажми Е, улучшение подлодки. Видишь, Е, улучшение подлодки. Нажимаешь понял. Е. Понял. Сейчас. А, все, понял. Тут корпус, можно электрика. Абсолютно на что? Абсолютно. Погоди, деньги у нас у всех свои каждые? То есть я могу тоже что-то купить? Сколько у тебя денег? 1861. Нет. У нас деньги одни на команду. Понял, хорошо. Значит, мне тут делать нечего. Ты уже скупился. Ну, смотри, можем... Так, раздел электроника. Повышается прочность всех электронных предметов. Ну, я понял, да. То же самое по механике, по коробкам. Блин, тут куча всего. В эту подлодку столько денег вкинуть. Ну, я понял. И чем больше, собственно, подлодка, тем больше бабла. Так я понимаю? Да. Зачем я это так понимаю? Ладно. Хорошо. Ну что, да или да? Пока не будем ничего улучшать. Не, я к тому, что давай, наверное, запустимся. Просто хотелось бы пройти еще одно задание, если получится за эту серию. Да, давай, пойдем. Поехали. Только где-то нужно пойти к подлодке, а подлодка у нас. Подлодка у нас. А где она? Ну, хороший вопрос. Потерялась. Да. Лаги. Попадут под хуй. Вот тут у нас подлодка. Я думал, есть какая-то общая кнопка «Поехали», а нужно прям... Так, смотри. Какие у нас задания? Разбор обломков, доставка. О, чувствую себя как дома. А что за красные пятна? Ладно. Смотри, какая у нас хорошая миссия есть. Вредные грязевые рапторы. Что с ними? Перебить? Привести? Перебить. То есть как раз мы взяли офицера, который... то есть за разными турелями могут стоять разные люди, я понял. Хорошо. Да, то есть мы можем его поставить на одну турель. Ну там, в командах ему можно сказать, на какую турель его ставить. С моей удачей чувак будет всегда становиться на неправильную турель, ну ладно. Ну, смотри.
Ну, в принципе, Я вот просто не все. знаю, насколько у тебя удача прокачана. У меня на стандартную в минус 10, я уже привык с этим жить. Ну, обычно у меня миссии проходят получше. Сейчас какая-то неудача. Ну, Я знаю, окей. потому что я был с тобой, чувак, что ты удивляешься? Ладно, выбирай их. Я, в принципе, могу на все тут пойти. Давай-давай, ты выбирай, потому что я же без понятия. Давай пойдем, то, что ты считаешь нужным, то, что мы осилим. Давай так. Так, помоги. Смотри, есть опять перевозки, есть разбор обломков. Это мы зависаем над лодкой, которая лежит на дне, выплываем, убиваем хасков и забираем данные. А какое у нас есть оружие для внешнего взаимодействия, например, находясь в воде? Ну, у нас магические дробовики. Серьезно? Да. Ну, поехали, смотри, доставку мы уже сегодня делали. Давай попробуем, наверное, разбор обломков. Рискнем. Получится, так получится. Нет, так нет. Просто не хочется делать, наверное, одно и то же. Да, я тоже об этом подумал, потом предложил это. Да. Разбор обломков. Три черепа. Три черепа — это сложность. Насколько сложная? Это, ну, это 3 из 5. Блин. Ладно. Что это за звук был? Это был разгон реактора. А, хорошо. Так. Смотри. Я тебе не показал одну особенность эту подводку. Тут есть такая кнопка, смотри. Так, ты где? Во-во-во, секундочку, у меня тут это подгорает. Я сейчас, секунду. И это как там помочь, если так. Я Смотри, иду, сейчас какая иду. кнопка. А? Смотри, у нас дискотека кнопкой. А, кстати, почему? А, я не знаю, просто вот есть такая кнопка. А, это кнопка дискотеки? Да. Привет всем эпилептикам. Она находится на капитанском. Как она называется? Верхняя, над подрыв торпеды. Подрыв торпеды не надо. Ладно, я понял. Так, хорошо. Всех заряжена торпеда, но все равно не надо. Не круто будет. Вот это насчет, кстати, сообщений, мне немножечко напоминает, смешно, конечно, но и Among Us напоминает. Типа, замечено тут, идите чините там. У нас, ты поставь этого чела, чтобы он за реактором следил. Чела-то поставила, а вот ты мне сейчас напомнил про чела за пушкой. И он тут тоже, кстати, шарится без дел. А! Больно. Ну я же одну починил уже, дайте я вторую починю. Ну... Так, за какую его, в принципе, чаще всего попадает. А, займись оружием, да, хорошо. Так. Необходим навык минус 55. Я сейчас попробую навыки какие-то потыкать. Может, что-то прокачается, кстати. А там нужно очко навыка. А, минуточку, 76 из 450. Сколько мне дает каждая починка в среднем? Ну, не знаю, я... По-разному, я понял. По-разному. Да, такими расчетами не занимаюсь. Я просто играю. Ну, тут как раз все сейчас дымится, поехали. Мне это напоминает какие-то вот эти, знаешь, космические вестерны, когда там чуваки ездят, ну, летают на каких-то кораблях, которые уже разваливаются, сами все это чинят по ходу. Кстати, вот эта вся атмосфера подводная, она довольно-таки сильно похожа на космическую. Та же изоляция, та же опасность снаружи. Плюс один Но управление. Это у тебя вылезло? что? Плюс один... Минуточку, мне показывают, когда мои... Ну, мой экипаж тоже что-то получает. Он вылезло, плюс один управление. Это у тебя? Мне ничего не вылезло. Нет, тут не показывают, когда кто-то получает. Нет, тут Он... и показывают, но надо тем, кто получил. Ой, ой, какие люди, какие люди, какие люди. Так, так, так. Кто посмел? Кто посмел? У нас балластный отсек забит полностью, если что. Водой? Да. А, это логично. Ну, я Это понимаю, же так. говорю, это не страшно, да? Да, потому что я сейчас вниз буду. Это не страшно. Окей, понял. Я тут Но просто чиню. я включил пассивный сонар и от нас отдали. Это хорошо. Сейчас один раз пикнем.
Я закрою на всякий случай нижний люк, ну его нафиг. Так, все, мы над подлодкой. Значит, берем. Где мы это можем увидеть? Покажи, мне интересно. Это тут, на мостике? Один раз дерни активный сонар, чтобы было хоть немного видно. Да, сейчас, у меня подсказки. Вот так вот, хоп. Ага, вот эта зеленая штука. Ой, подожди. Блин. К нам гости. Где пробоина? Внизу? В балласте, к нам долбится в балласте. Сейчас его расстреливаю. Давай. Расстрелял. Чинить надо? Чинить? Сейчас посмотрю. Чинить надо. Кто? Похоже, их было двое. Сейчас я подлатаю днище немного. Умри. Пожалуйста. Патроны нет. Почему у нас патроны? У нас что-то плавает. Я знаю. У нас патрон. Почему в рейсотроне патроны не были заряжены? Как так-то? У нас же они были заряжены. В принципе, наш офицер расстрелял его. Нет, тут что-то до сих пор у нас в шлюзовом. Чувак, в шлюзовом, тварь, пристрелите, я ее пытаюсь не пустить вниз. А где? В шлюзовом, сверху. А, да? Сейчас. Бегу. Иду. Там что-то синее огромное. Что? Блин, у меня закончилась сварка. Возьми головочку. У нас, вон у нас где враг. У нас враг. Да чтоб тебя. Я понял то, что ты говоришь, а я сначала и не понял. Слушай, как неловко вышло. Беги, пожалуйста, я тебя пристрелить могу. Молодец. Фух. Этот. Так, нам здесь нужен гаечный ключ. А еще водолазный скафандр. Черт. Скафандр, оденься. Почему? Я его в руки взял, а не надел. Все. А как мне починить? Гаечный ключ нужен. Да он у меня в руках. Нет? Не работает? Сейчас. Да какой текстовый экран? Что я нажал случайно? Отделение. Не понял. А я то делал? А, вот, ремонт. А, ремонт, да. Фух, сейчас чинится, погодь. У всё, меня скафандр всё. Заканчивается, но в принципе ладно. Так, все, я свой починю. Так, минуточку. Шапку капитана, да, шапку капитана дает плюс 10 к управлению. Я за ногу. Где баллон взять на сварку? Мы должны лежать в том ящике, что сварка. Я просто забыл, в каком ящике это здесь. А, я понял, да, хорошо. Так. Баллон. Так. Погоди, тут просто новые сварочные, а баллон где? Внизу, может быть? Так вон же баллон. Вот внизу. В упор не вижу. А, минуточку, топливо, баллон. А, да, все понял. Нет, не брать. Взял? Это для огнемета, Но я его зарядил в сварку. Я не знаю, я знаю, что будет, если кислородный баллон зарядить в сварку, но что будет, если... Погоди, вот я его сейчас вытащу. Его можно вытащить нормально. Все, хорошо. Я возьму просто покажу другой сварочный аппарат. Бери. Я понимаю, что это варварские методы, но все же. Смотри, у нас, кажется, ладно. Так, пойду. Кстати, давай я тебя полечу. У тебя ФП мало. Есть немножко. Так. Так, иди в метатек. В баллах. Но я внизу, я и так внизу. Так, смотри. Ты меня не убьешь тут случайно? Да нет, я очки. Не, просто если очки навыков распределены, если меня током бьет, то если ты плохой медик, то можно там скальпелем зарезать кого-то. Смотри, как повезло. Так, я сначала использую, а потом расскажу, почему повезло. Смотри, тут тебе для излучения нужна была кровь инопланетного существа. Как раз я с прошлого раза ее подобрал. Каким образом для лечения нужна кровь инопланетного существа? Поехали.
Вот так вот бывает. Так, что у тебя еще? Фентанил. Фентанил. А почему темно? Потому что мы в балласте. Еще куда ты идешь? Мне нужно к тебе фентанил. А, ты продолжаешь врачевать. Ну-ка, я сейчас лично жму. Ой, блин, у меня тут вообще прям задница. Погоди. Нехватка кислорода? Смотри, как тебе хорошо. Стоп, смотри, нехватка кислорода. Бледная, кожа бледная и холодная, губы начали синеть. Нехватка понимаю. Кислорода. Я тебя понимаю. Не, все. Или нет, или да. Нет, исчезла. Да, кислород вколоть, по-моему. Все, я норм. Я прям это... как каждый понедельник, я огурцом. Нормальный уровень кислорода, да. Ты меня вылечил? Вот фиг тебе! Вот не могу я сразу... Да, мы, может, пойдем все-таки собирать уже это говно, не? Да, давай, нужно... Так, оружие я взял. Нет, нужно взять больше оружия. Нам надо больше оружия, надо больше золота. Так, ну у тебя-то вроде бы много было патронов, вот у меня немного. Сейчас. Ну я парочку саданул того чувака, у меня 6 заряжено, 4 с собой. Ну, нормально, все, я взял тоже ППшку и пистолет. А базуку там, я не знаю, какой-нибудь святой джавелин с собой прихватить. Ну, с модами можно и базуку взять. Я тебя понял, тут ничего не надо больше. Нет, все, поплыли, и давай, у тебя оружие есть? Уиха! Так, там, кстати, что-то еще булькает, если что. Какая разница, пусть булькает. Возьми кислородные баллоны снизу, 3 штучки. Скафандр. Я могу их менять на по горячему, типа, то есть прямо находясь в скафандре. Да, ты можешь вот взять баллон, ну, вытащить тот и поставить новый. А если я вытащу тот баллон, находясь. У тебя будет немного времени. Понял. А что у меня за сумка с собой, я не понял, что за баул? Ух ты! Да, я же сказал, там протечка. А я не знал. А где протечка? А, у нас тут поздно один. Да, у меня же закончилась... Кто? Закончилась варка тогда. Что ты... Как? Он меня берет и в сумку все складывает. Сумку-то на место положи, пожалуйста, будь человеком. Из инвентаря ее вот просто пере... В... Зажми левую кнопку мышки и выкинь. Выкинуть? Да. Все. Зачем тебе эта сумка? Все, пойдем. Я не знаю, откуда она у меня взялась, в первую очередь. Ее поднял. Ладно. Так, оружие я сейчас выключу. Я понял. Фонарик, свети, пожалуйста. Шифта нет, конечно. Какой я наивный. Какой шифт? О чем вы? Есть, быстрее со шифтом. А, может быть, кстати. Так, и что мы тут делаем? Ой, там а что-то это... Там что-то звуки какие-то. Я совсем забыл. Что? Что нам нужен резак, чтобы подрезать двери. Зови Айзека, у него есть ионный. Нет никакого входа. Где должны быть входы? Ты мне скажи, но там что-то внутри что-то ревет, что-то булькает. Мне кажется, мы что-то сунемся, там будет не очень хорошо. Там каски, но только не собаки. Так. Не видно ни чертища. О! Вход? Ага, понял. А, конечно. Нет, там тоже нужно резать. Ну чё, валим. Можешь тут меня подождать? Да не, я за компанию, я там возле под двери подержу, потому что я боюсь, потом не найду, мы где-то потеряемся и все. Я тут постою, давай. Потрачу баллон немножко, чё уж там. У тебя есть с тобой отвертка? Отвертка, гаечный ключ. Зайди ко мне, пожалуйста. Бегу. Сейчас еще раз разгерметизируют.
Дай отвертку. Просто на пол бросить? Да. Бросай. Бросил. Спасибо. Так. И? Сейчас, кажется, можно будет заканчивать выпуск этой дыры. А. Отлично. Это бомба? Это не бомба, это у меня кислород кончился. А. Бомбу нужно будет использовать, чтобы в свою подлодку попасть. В свою? Да. Зачем? Поздравляю. Мы Мы заперлись? Да. А почему? Ты не можешь приказать кому-то открыть нам дверь? Кстати. Сюда иди. А почему дверь не работает отсюда, с этой стороны? Спасибо. Хорошая мысля приходит опосля. Да. А почему я не могу открыть? Потому что нам нужны провода. Кнопки провода. Я нечаянно кнопку отсоединил, поставил и провода забыл присоединить, а их нет. А вот. Погоди, как мне положить? А, понял. Так, давай пойдем кислородный баллон заодно подпустить. То есть это мне нужно вот так. И вот все, я понял, как на место положить. Есть. Где мне взять еще одну отвертку? Погоди. Вот, я тут возьму. У реактора. Так тут есть, да. Так, ну я взял провода, сейчас подсоединю. А резак там что-то где-то, не? Резак? Нет, ну резак, да, но я думаю, что... Возьми сразу все, что надо. Да, ладно, сейчас подсоединю, все будет хорошо, наверняка. Знаменитые последние слова. Шоу интуиция. Куда это? Переключить состояние. Хватит чесаться отверткой. Допустим, переключить состояние. Работает. Чтобы снаружи работало? Ага. Угу. Так. Все, починил. Что там надо? Резак, ты где? Вот ты. Хожу как маньяк с ключом. Нормально. Пойдем. Возьму этот пожеванный баллон, потому что я им уже пользовался, потом лучше поменяю. Поехали. Да. Я сейчас уже просто представляю, каким адищем будет искать превьюху на эту игру. Минуточку, а как она была, если она здесь? Почему она была до сих пор с воздухом внутри? Ну, так вот бывает. А баллона тут нету? О, я могу свежий костюм одеть. Ой, вот знаешь, что я сейчас сделал? Ну, ты заварил дверь? Ага, заваривал. Ну, одумался. Чувак, тут есть второй костюм, если что, с полным баллоном. Видимо, я это с полным делал. Отлично, это балласт. Отлично! Супер. То, что нужно. А это не могу открыть? Сейчас будет... А, могу. Нормально. Подожди, тут хаски. Это хас? Это труп. Это чак. А вот и угор. Минуточку, они хас? Есть... Они есть эти, в смысле, мимики? Хаски — это люди зараженные. Паразиты. Блин, сказал бы. Я думал, что это прям такие монстрячки-монстрячки, а это зомбички-зомбички. Да, у них изо рта всякие штуки лезут. Ну, мы стали на шаг ближе к Dead Space, только это Dead Ocean, наверное. Да. Так, сейчас, мне кажется, это будет. А мне этот звук не понравился. Тут есть Friendly Fire, да? То есть, если я пальну случайно в твою сторону, то тебя может зацепить. Да. Ну, верхняя, а не варю. Ну, наверное, не знаю, у тебя особый способ варки. Добавляешь соль, варишь вверх ногами и нормально. У меня вопрос. А где капитанский мост? Ну, может, на другой палубе. Тут же не одна палуба. Мы тут сколько, две обошли? Подожди. Прикинь, я могу его лечить? Серьезно? А, нет, труп, ладно. Найти журнал капитана. Да, нам нужно в капитанский.
Блин, просто привык к клаустрофобии, елки-палки. Так, ты кто? Ты инженер. А Мари Уивер? А как определить? На H нажимаешь? Просто он показывает его состояние? Да, на H. Но чтобы облутать, на G. Так, тут их не орудие. Так, стоп, мы вот тут не были. А мы не отсюда пришли? Мы сверху пришли. О, здравствуйте. Так, вот хозяйственный так, шкафчик, обломки. О, там есть маска свежая, я заберу. Так, аптечки. Я заберу. Так, где мы еще не были? Мы тут еще не были. Ты вообще различаешь, куда идти? Я честно вот вообще в дупель не вижу. То есть... Это что? Это, как я понимаю, что-то кочник. Да, это... А где я, капитан? Наверное, наверху где-то. Может, мы пропустили какой-то люк? Не знаю, я начинаю не понимать. Это механик. Вот, погоди, мне кажется, мы снаружи видели какую-то рубку. Вот тут. А, нет, это наружу. Подожди, нам-то походу... Стоп. Мы вот тут не были. Да, да, тут еще не были, точно. В реакторе закончилось топливо. Спасибо. Ну, спасибо, он там умереть может один. Че, хочешь сходить? Нет. Не, ну... О, ура, я нашел. Большой стальной шкаф, данные извлечены. Ну, тогда все, валим. Подожди, а у тебя есть лишний слот? Блин, ну могу сделать. Просто мне нужно шапочку забрать, она как бы... Ну вот, в общем, можешь взять отвертку. Я положил. Просто, чтобы не пропадало. Я понимаю, я не вижу. Сливной клапан, что? Я не могу. Не, я не могу навести. В шкафчике. Да. А, все, понял, понял. А все, что там остальное валяется, это что такое вообще? Ручной сонар? Оно мне надо? Да. Небольшой ящик, неизвестный генетический. Вот это... Погоди, неизвестный генетический материал нам не надо, разве? Вот я тоже сейчас подумал, что. Давай вот это возьму. Хорошо. Поехали. О, я знаю, что это тоже сабновый. И это еще не тестил. Все, поехали домой, а то наша подлодка сейчас скучать будет, там уже это... Мы сможем себе гены инопланетян пришить. А-а-а! Когда у меня третья рука вырастет? И? Когда у меня третья рука вырастет? Третья рука не будет, будет четыре руки. Только парные? Я понял. Кислород кончается. Опа. Опа. Теперь возвращаемся, и все хорошо. Давай, будет. Давай, поехали. О, а ты что тут упал? Упал. Очнулся гипс. А, нормальная ситуация. Держи. Да, упал. Ну, стержни заканчиваются. Мы до дома доберемся? Да, по идее. А что, все хорошо вроде. Не, ты же говоришь, стержни заканчиваются. А, ну, два должно хватить. Окей, так, создать. Насосы вроде в порядке. Реактор, чувак за пушкой. Опа, стоп, ползем. Давай, оп. Вот это еще надо чекануть. Ну что, направляемся, да? Да, я вообще не ощущаю, когда мы двигаемся, когда не двигаемся. А вот зато как добьемся. Да, обычно прилетает. Пять. Стоп, а я могу прочитать? Кого? А, данные эти? Нет, тут ничего нет. Возможно, зашифрованы или еще что? Ну, просто было бы интересно, как-то будет это время прочитать. Так. У тебя бывает такое, что кажется, будто это вся что Луна конечно, самое дружелюбное место. У них есть и рандомные такие фразочки поговорить. А. Там. Стишок даже есть. Я его даже. Помню. Слушай, ты можешь эту фигню выключить? Какую? Мельтешилку в глазах. А мельтешилку в глазах это. Именно эту я не контролирую. Я понял. А откуда она тогда?
Хороший вопрос. Честно, не знаю. Супер. О, управление. Опа. Че, к нам идут? Да, к нам идут, но я пассивно сама включила. Они не могут двигаться на последнюю услышанную точку или что-то такое? Да не, могут, но я автопилот поставил, чтобы он к городу двигался. Понятно. Ясно, так понятно. О, вот, да, я их видел на пассивном сценарии. Все, все хорошо. Отошли? А, нет. Как? Поплывут? Не поплывут. Не поплывут. Ну, молодцы. Так, а здесь у нас... настраиваемая дверь с окном. Круто. А, это можно вот так... вот это красиво, кстати. Там переключать режимы можно. Да, я зашел сейчас просто посмотреть на корабль. Тут три переключения режима. Так, скорость минус 18 километров. А, скорость погружения. Все, я понял. Скорость обычная, глубина... Угу. Вот эти 170 метров, это нам до города, да? Да, 140. Да, я понял. Уже с нами ничего не случится. И тут вспомнил миссию, в которой у меня здесь кончилось топливо, и я упал. Ну вот я же говорю, ты это... Учитывай меня в команде и, пожалуйста, не говори ничего заранее. Так, нормально, я уже вроде бы даже сейчас пристыкуюсь, пора. Я хорошо пристыкуюсь. Все, сейчас пристыкуюсь. Я тут так хорошо встал. Я уж прям пальцы на ногах скрестил. Давай, чувак. Оп. Фух. У меня тут ачивочки сыпятся. Хорошо, суперски. То есть, получается, нам дико повезло, что там не было враждебных существ? Да. Там обычно могут быть хаски. Фух. Хорошо. Я так понимаю, что двух успешных выездов, выплывов, выходов нам на сегодня хватит. Поэтому предлагаю на этом серию заканчивать. Пишите, что вы думаете, пишите, как вам, что вам, что мы будем делать дальше. Мне пока что на самом деле очень понравилось, я еще больше распробовал эту игру. Не скажу, что мне прям будет уютно здесь играть одному, но я надеюсь, что вот такие копчики мы будем устраивать время от времени. Поэтому пишите, говорите, с удовольствием все прочитаю, все услышу. Пока что, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.